Это все не важно, вот как бы чистого сердца. Да, и вообще без этого. Ну вот, значит, драматурга мы поставили, и также Антон как режиссер и актер. И сейчас мы что-то такое, какое-то действие, тут замешанный, вот. А подписить? Подписить? Да нет, нет, нет. Хотя бы не дром. Вот, и то есть всякие штуки из его спектакля мы сейчас вам надеюсь. Типичная вечеринка с поэзией. Привет Ижевску. О, ебой. Пошла жара. Это мой дебют.